Всем доброе утро. У нас за ночь выпал снег. Его стало еще больше. И прям вообще все-все-все в снегу. Красота такая. Ну что, мои блины тоже готовы. Здесь у меня соленые, колбаска, сыр. Здесь смородиновый джем. Вот так вот он выглядит. Мама его сама делала. Смотрите, такой вот красивый. Вот. Буду завтракать. Всех поздравляем с масленицей. Уношу Авелине блинчик. Яичко сварила. Она уже там кашу у меня съела. У нее была сегодня овсяная каша. Так что несу вкусняшки. Она обожает это. Так, у нас тут горка. Я в детстве каталась на такой горке, представляете? В общем, я помню, что я брала вот эту полку из шкафа, ставила ее там всяко-разно, и на ней и каталась, и с другой стороны школу вела, писала, как доску использовала, мелом писала, игрушек учила. Короче, универсальная доска, только это другая полка. Мама нам вчера достала, потому что я вот рассказываю, что я любила, говорю, Авелина тоже любит на горке на такой вот кататься. У нас специальной нету, вот этой пластиковой покупной, ну как-то места нет, мы и не покупаем. И решили вот здесь сделать. И Авелина что-то с ней не делает. Да. И сама катается. И кружочки эти катает. У-у-у, да? Как здорово. Мы сейчас будем убираться. У нас такой бардачок. Здесь бардак, там бардак. В общем, здесь надо поубирать вещи. Сейчас буду убираться, пока Авелина играет. Нашла кучу шишек, да? Нет. Туда не пойдем? Пойдем сюда. Амю. А вот и мамина рассада. Вот такая вот стоит, ровенькая, в горшочках. Мама наша поехала на дачу, где-то она идет. Сейчас она почистит машину. Вот, баба. Вот, баба. Вот она, да? Почистит баба. Снег на даче, собачку покормит. Баба чистит. Баба биби. Чистит биби. Еще чуть-чуть. Все, сейчас все поставит и поедет. А мы кушать сейчас с тобой будем. Ням-ням будем. Вон, баба, видишь, взяла щетку.
будет чистить сейчас машину. Ой, сейчас хоп, 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 хоп. Ну что, машина почти чистая. О, весь снег почистила. Сейчас поедет, наверное, уже. У нас уже вечер. Я, как всегда, Варюшку прогуливаю. Ну, мы как бы с мамой по переменке. Так, в прошлый раз ты от меня убежала. Сегодня, пожалуйста, стоять возле меня. А то я бегала за ней. Тихо. Не лай так громко. Ветерочек такой есть небольшой. Если идешь, а если стоишь, то вроде не такое. Бело. Смотрите, какой белый снег. Прям смотрю и радуюсь постоянно этому белому снегу. Ну что, пошлите за Варюшкой. Варя! Я тебя нашла. Растихалась. Мы уже пришли домой. Но сегодня не убежала от меня, молодец. Быстро сбегала по делам своим и прибежала. Красавица моя. У нас тут лопата валяется, шапка, как мы с Эвелиной пришли с улицы, так все. У Эвелины тут свои дела. Как вам наш праздник? С Новым годом до сих пор, да? С шариками. Кто захотел такой праздник? Я! Ой, какая у тебя прическа. Здоровская. И прыг-прыг-прыг-прыг-прыг-прыг-прыг-прыг-прыг. О, оденем вот такой вот колпак, да, наш? Ой, прыг-прыг. Клево. Клево. Говори всем пока-пока. Всем пока-пока. Маши ручкой. Смотрю из окна, у нас повсюду снег. Такая красота. И хотела еще вдобавок поздравить всех с прощенным воскресеньем, попросить прощения у каждого, если вдруг где-то обидели, и, конечно, пожелать гармонии в душе, чтобы всегда была благодать, ну и, конечно, побольше радостных солнечных дней, чтобы все у каждого было хорошо. Прощаюсь с вами и еще раз поздравляю с Масленицей. Всем пока!